Доброго здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов, и я рад приветствовать вас на своем канале. Я являюсь руководителем школы долголетия, которая помогла омолодиться, обрести легкость движения и изменить жизнь уже, наверное, больше, чем миллиону человек. И в этом видео мы с вами выясним, какие продукты убивают ваши почки, чтобы не только скорректировать свой рацион ради здоровья почек, но и узнать, как можно помочь этому важному органу. Смотрите видео до конца. Почки – это основные фильтры нашего организма. Это парный орган, который очищает кровь, выводит отходы жизнедеятельности в виде мочи, производит гормоны и участвует в регуляции баланса кальция, а также поддерживает равновесие жидкостей. И это еще не все. Поэтому как только почки перестают стабильно функционировать, страдает буквально весь наш организм. И мы делаем только хуже, если регулярно едим эти продукты. Продукт номер один – соль. Большое количество соли изнашивает наши почки, ведет к отекам и приводит к развитию артериальной гипертензии. А переработанные или пакетированные продукты, например, консервированные супы или овощи, замороженная пицца, заправки для салатов, тоже содержат огромное количество скрытой соли. Поэтому избегайте употребления полуфабрикатов. Второй продукт – красное мясо. После 40 лет кушаем красное мясо не больше, чем пару раз в неделю для того, чтобы не перегружать почки. Третий продукт – газированные сладкие напитки. В них много фосфора, который тяжел для наших почек, и очень много скрытого сахара. В целом газировка ведет к отрыжке, к нарушению работы желудка, кишечника, к перееданию. Поэтому лучше предварительно выпускать газики из оздоровительных продуктов, минералочки, кваса и доводить их до комнатной температуры. Тогда мы снижаем вредную нагрузку. Четвертое. Таблетки. Печень пропускает лекарства, размалывает их, но все, что осталось, опускается в почки и оседает там. Пятое. Биологически активные добавки. Конечно, в большинстве добавок не содержится ничего, кроме целлюлозы. Недаром их позиционируют как добавки, а не как лекарственные препараты. Но иногда производитель возьмет, да и насыпет от щедрот побольше. И вот мы получаем очень серьезную нагрузку и на печень, и на наши почки. То же самое относится к лекарственным травам. Во всем хороша мера. Алкоголь и красное вино. Многие думают, что красное вино – это напиток долгожителей, но это не совсем так. Эту идею нам внушили лишь потому, что вино нужно было продавать. Что ж, вредное исключили или сократили в рационе. Теперь давайте будем учиться помогать нашим почкам. При неправильной работе почек в первую очередь развивается гипертония, и в этом случае нужно помогать не только почкам, но и сердцу. В этом вам поможет серия бесплатных оздоровительных занятий «Здоровое сердце». Ссылочка на них находится ниже, в описании под видео. Переходите и восстанавливайте и почки, и сердце, и давление. Это бесплатно, друзья. И регулярно занимайтесь физической активностью. Ходите, гуляйте, найдите спорт, который вам по душе. Движение – это жизнь, особенно для нашего главного фильтра. Движение – это жизнь и благо для каждого органа. Но как подвигать почки, не особо понятно. Наши предки редко страдали проблемами почек, и один из их секретов заключался в таком предмете, как коромысло. Вы можете взять гимнастическую палку или трубу от пылесоса, положить ее себе на надплечье и почувствовать, что происходит с зоной почек, когда мы оказываем легкое давление на коромысло или на палочку, сверху вниз. Не правда ли возникает ощущение, что наши почки подтягиваются наверх и начинают чувствовать себя лучше? Можно даже смоделировать это усилие без коромысла и без трубы. Представили, что лежит палочка, тянем ее вниз, дыхание не задерживаем, возникает целительное напряжение, почки подтягиваются, возвращаются в свое естественное анатомическое ложе. Это усилие необходимо удерживать
хотя бы 10 секунд, а если у вас уже есть такой диагноз, как опущение почки, делайте эту практику по полминуты 3 раза в день. Сразу после нее хорошо растереть ручки и положить их на зону проекции почек. Она находится в пояснице. Даже через одежду вы почувствуете приятное тепло. Чтобы усилить целительный образ, давайте представим, что прямо через ладони мы выдыхаем в наши почки поток доброй, целительной, защитной силы. Сделайте 7 таких дыханий и постарайтесь сосредоточиться на ощущении приятного тепла, как бы запасти его в наших почках. Друзья, наш организм не дурак, и часто мы интуитивно ощущаем, что тот или иной продукт, таблетка, оказывает такое тягостное воздействие на наши почки. Я прошу вас поделиться в комментариях, есть ли у вас такое чувство и в ответ на что оно возникает. Что наносит вашим почкам вред, чисто интуитивно, по вашему ощущению. Поделитесь, я читаю каждый комментарий. С вами был доктор, а для многих теперь уже антидоктор, Алексей Маматов из школы долголетия. Доброго здоровья и до новых встреч, друзья! Впереди нас ждет много приятных и полезных хитростей.